Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу BTC Pace по сбору биткоин Сатоши. Сегодня я хочу поставить на вывод 28 312 сатошиков. На прямой кошелек, не на Faucet Hub, а на прямой биткоин кошелек. И хочу обратить ваше внимание, потом пару слов о майнинге сказать. Давайте. Ну, как собирать биткоин сатошики, я вам показывала. Значит, давайте по порядочку начну. Так, значит, вот, нажимаю WinDraw. Прежде чем выводить, пропишите так свой вот валет. АЦЦМ, как бы. Так, вот сеттинг, вот это прописываем сюда биткоин адрес прямой, сюда пароль, который мы указывали при входе, вот сюда вкладочку четырехзначный пин-код, нажимаем submit биткоин ID и сохраняем свой биткоин адрес. Так, возвращаюсь в майн аккаунт и хочу показать вам, как здесь ставить на вывод. Значит, нажимаю WinDraw. И смотрите, значит, переведем на русский язык, как здесь можно выводить двумя способами. Значит, пожалуйста, обратите внимание, чем выше установленные вами тарифы, тем быстрее ваш платеж будет доставлен на ваш кошелек. Можно, значит, вот я ставлю всю сумму. Так, значит. Значит, оплата будет... Нет, это уже не то. Подождите. Что-то я тут... Ага, вот. Вот 11 дней. Так, ваш вывод будет передан в отдел платежей через 10 дней. После того, как там он будет обработан в течение 24 часов. Значит, вывод составит 11 дней. Но можно сделать, как бы, за 24 часа они берут, как бы, комиссию, да? Установите, сколько сбора вы хотите заплатить. Ну, вот я всю ставлю сумму. Далее, сколько средств вы хотели бы вывести. Это я установила процент и средства. Вот так я ставлю. Значит, а если вот так, без процента? Так, вы получите, вы ставите вот эту шкалу нижнюю, полностью ваша сумма, что вот у меня набрано, 28 312 часов без комиссии, как бы, будет обрабатываться 11 дней, через 11 дней поступит на кошелек. Если вы хотите за 24 часа ставить вот эту шкалу, как я вот буду делать, значит, и они учитывают, как бы, не сколько тут, несколько сатошиков, да, вот, значит, и мой вывод будет обработан через несколько минут после того, как там он будет собран. Ну, и я завтра вот в это же время должна, 9:21 у меня сейчас время, я получу 25 408 биткоин сатошики. Нажимаю завершить вывод, как бы, отзывается. Так, ну и, а, вот сюда, наверное, WinDraw. Это мой первый вывод, как бы, чтобы мне собственноручно проверить, как бы, его, да. И все, я получу, это вот у них местное время. Так, это вот я отозвала. И через 24 часа мне вывод придет. Завтра я запишу коротенькое видео о том, что сатошики у меня на кошельке. Так, 25 480. Так, теперь давайте с выводом. Я показала, как вам выводить, значит, аккаунт. И что здесь, друзья? Букс, вот мой баланс обнулился по нулям. Значит, прежде чем выводить, как я вам говорила, вот здесь сбор идет,
вот здесь мы собираем биткоин сатошики, и вот здесь хочу ваше обратить внимание, прежде чем выводить вот здесь вот это вот поинты, чтобы у вас было не менее 500 поинтов. Так, если у вас будет там, например, 450 поинтов, вывести вам не дадут. Как бы нужно, чтобы сама мало было 500 поинтов. У меня вот на данный момент 1075 этих поинтов. И что? Здесь вот переведете на русский язык, чтобы как бы очки достижения, да, чтобы получить больше очков. Вот здесь он вот эту всю информацию прочтете. Далее получить вот больше очков. Вот здесь вот как их получить больше, да? А чтобы получить больше, мы просматриваем, ставлю на оригинал. Вот здесь мы просматриваем рекламку, они сюда начисляются. Вот здесь, как бы, опять же, они все сюда. Но, когда я начинаю просматривать вот эту рекламу, здесь разгадываю капчу, вот, и вот по 100 сатошиков. Вот здесь они отсюда, наоборот, вычитаются. Вот у меня 1075, я сейчас вот эту наберу 100 биткоин сатошиков, и отсюда минус 100 сатошиков пойдет. Вот так. Значит, по поводу бонуса. Бонус можно как бы генерировать сколько угодно. Он идет как... Ну, вот здесь мне сейчас пока нету, чтобы вам показать. Он идет как на основной баланс и на пуршас баланс. Это все нам надо. В общем, как бы генерируйте сколько хотите, какая вас сумма устроит, такую и забирайте. Так, и теперь о наболевшем майнере. Значит, майнер. Он нам нужен, чтобы повышать уровень. Честное слово, мне здесь немного не разобраться. Короче, разбирайтесь. Здесь ничего, как бы, если кто поумней, разобраться, конечно, можете. Но кто, кому будет не разобраться, может нам просто собирать биткоин сатоши. Я здесь, честно слово, работаю методом тыка. Как я поняла, уровень повышать. Вот это идет зеленая шкала. Я вот на нее навожу. У меня 78%. Значит, должно быть 100%, чтобы перейти на левел 2. Вот 78%. Вот видите, левел 2. Значит, что я делаю? Во-первых, я сначала нашла эту шахту. Потом я нашла шахту. Ой, это вообще с этим майнером. Значит, возвращаюсь. Значит, майнер. Так, это с этим шубост. Так, сейчас будем искать, где я искала. Нет, это этого на пенсию. Тут тоже все прочтете. Шахтера. Надо искать этот майнер, я искала. Чтобы вот еще сначала найти. Так. Ага, вот здесь. Если я вот сюда нажму, я как бы удалю. Надо будет по новой искать этот майнер. Вот здесь нажимаете, ищите майнер свой. Как бы здесь, если зелененьким загорится, все хорошо. Если красненьким нет, значит, возвращаюсь в майн аккаунт. Потом переходим вот сюда. Так, майнер. Это я не знаю. Я повышаю вот этот уровень. Чем больше у нас вот этот левел, тем больше нам дают биткоин сатошек. Вот, вот эту шкалу. Я вот здесь набираю. Как бы у меня 78% было, так? Опять нажимаю. Так, шкала у меня загрузилась. Давайте все посмотрим. Нет, так. И вот здесь, смотрите, кредиты. Можно... Они тоже нам понадобятся. Я еще не разобралась, для чего. Но они нам, опять же, таки надо будет. Нажимаю «Собрать». Так, вот. Обратите, на второй уровень перешла. Это супер. Вот при вас был первый уровень, ну, наконец-таки. Значит, вот это мы собираем вот здесь, там майнер найдете и повышаем уровень. Как главное, 10 уровень набрать. Я, короче, отсюда не вылезаю с этого бокса. Вот.
Значит, вы видите, у меня шкала вот эта теперь уже пустая. До левела 3 теперь у меня только по нулям процентов. Вот. Так, что теперь еще? Опять возвращаюсь. Что я возвращаюсь? Так. Здесь еще можно вот эти кредиты. Я вот... Так. Майн аккаунт. Значит, опять майнер. Здесь сеттинг. Так, сейчас пройдемся. И видео будет. Тут тоже прочтете. У меня тут все включено, как бы. Переведете на русский, почитаете. Далее майнинг, шоп. Здесь что-то надо это умножать. Вот. Вот кто-нибудь бы видео сделал бы, чтобы акцент на этом майнере. Но он нам нужен. Так. На, от бост. Вот здесь я тоже как бы собираю вот эти вот кредиты. У меня 48 вот этих кредитов. И здесь вот идет отсчет времени. Каждые 5 минут нам сюда по 2000 прибавляется. Так. Я как там, если занимаюсь домашними делами, я включаю его, он у меня тут работает. Вот. Далее. Опять возвращаемся, майнер. Что у нас далее? Бост. Сюда нажимаем. Ну, здесь вот это, типа, отправить этого на пенсию. Шахтера своего перевести на русский. Пенсионные реквизиты и резервы. В общем, я здесь работаю, честно слово, как я уже сказала, методом тыка повышаю этот уровень. Так, оригинал. Так, майнер. Так, этот я вам показывала. Да, так. Это он. А, еще вот здесь, друзья. Смотрите, переведу на русский. Перевести. Добавить точки майнер. Вот он, энергетические точки. 8 у меня из 11. Здесь я тоже. Повышение энергии, это все. Значит, нажимаю open. Ну, вот капча. Разгадываю. Здесь я тоже как бы это все собираю. Подтвердить. Нажимаю сюда. Загружается 9. Должно быть 11. Опять нажимаю. Сюда теперь. 10. И последняя. Сейчас у меня вот будет 11. Тоже слежу, как бы, что это тоже значит, для чего-то нам надо. В общем, объяснила, как могла, а там уже смотрите сами, надо вам или не надо. Вот у меня 11 из 11. Так, вот это переводим на русский. Энергетические кредиты используются для добавления пищи в ваш шахтеру. Добавить очки, инструментов и тяжелой техники. Кредиты добавляются автоматически, но вы можете добавить их самостоятельно и ускорить. В общем, тоже это все и вот здесь прочитаете, вот здесь прочитаете. Добавьте больше максимального лимита. Ну, я не знаю, добавить ли. Давайте нажму, попробуем. Что мне здесь... Вот error. Я ничего не добавила, что-то значит это не надо. Ну вот, в принципе, на этом все. Объяснила как могла. Сами разбирайтесь. Ну, завтра я коротенькое видео покажу, запишу о том, что биткоин сатошки у меня в кошельке. Ну и реферальная ссылочка находится вот промо tools. Здесь ваша партнерская ссылочка. Вот она. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуемся. Букс реально жирненький. До новых встреч!